Если ты умеешь ловить муравьев, тут целая тропа муравьев бежит. Надюха, ты их тропу убираешь. Надюша, да. Ты не из общества зеленых? Нет? А киса из общества? Нет, она что-то тут обнюхивает. Видишь, как она села? В общем, на велосипедах мы не поехали. Пешком идем в сторону дома. Номера. А тут солнце уже закрывает тучи. Скоро пойдет дождик, похоже. Он нашел так. Какую-то кошачью мяту. Мяту кошачью? Валерьянку, что ли, нашел? Не знаю. Видишь, он тут молодец. Да, что-то тут ест нямка. Тут цветочки поливают. Специально обученный мужчина по имени Гадены. Гадены. Кто это? Садовник. Too Fun and Sun presents you. Да? Пожалуйста. Мы идем к близлежащему нам бассейну. Либо номеру. Или к номеру вон там на втором этаже. C67 это наш номер. Вот балкончик виден отсюда. Здесь вот окошечко маленькое, это душ. Здесь вот наша комната, а вот за балконом там детская. Наше полотенце там сушится. Ну, в бассейне вода, в общем, очень теплая. Надя вот даже готова так прыгнуть. Сигай! А, у тебя в наушники и телефон. Да. Пошли. Я не собираюсь. Угу. Вот. А, вот тут хотела показать, еще лаванда цветет. Ой, провалилась в траву. Вот тут лавандочка вкусная такая вот. И рядом еще растет розмаринчик. То вот сейчас, если пройти, вот он куст такой розмаринчик. А тут клевер вот даже вырос. В общем, тут садовники всячески облагораживают территорию. Вот розмаринки.